Караганде отметили День медиков. Этот праздник отмечают во всех странах СНГ. Аким Карагандинской области Бауыржан Абдишев торжественно поздравил всех медиков с этим днем. Цветы и подарки, дипломы в этот день радовали врачей шахтерской столицы. Каждый год этот день отмечается с большим масштабом, ведь всем известно, какое место занимают врачи в жизни общества. Обслуживание медицинское в нашем Карагандинском регионе, я считаю, я редко, правда, услугами пользуюсь, но хочу сказать, что из года в год это улучшается, и наши медицинские учреждения оборудуются современными приборами и оборудованием. И отрадно то, что применяют новые инновационные технологии в медицине.